Я Альёрбек Абдукаримов, приехал из Ферганской области. У нас принято считать, что поселение Водул – это родина силачей. Этим делом я стал интересоваться, смотря на своего друга. Он также был силачом. А потом так увлекся, что решил начать. А начинал я с подъемов тяжелых камней. Я был уверен, что смогу это. В день я занимаюсь по 2 часа. Мы выступаем ежедневно, а это как раз и есть тренировка. Что вы нам приготовили? Я подготовил вам свой любимый номер. Пожалуйста. Весят ваши гири? 32 и 24 килограмма. У вас есть такое обаяние, у вас есть артистизм, вы можете зажигать, вы держите зал, вы богатыр, батыр, да? Палавон! Действительно, очень харизматичный парень, просто зал зажигает. И хороший номер, мне очень понравилось, и сильные мужчины нам нужны. Миски мафакат. А я желаю вам только удачи и говорю вам да. Акаджону. Молодец. Тахмат. Я говорю да. Мы очень рады, что у нас есть такие силачи, как вы, и очень гордимся вами. Спасибо вашим учителям. Я тоже говорю вам «да», у вас 3 «да», и вы проходите в следующий тур. Удачи вам! Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.